Всем привет. На море я уже занимался ремонтом данного ножа. Это Бокер Плюс Атлас в бронзе или в латуни, наверное, в латуни. Ну, не суть важно. В общем, что нам нужно сегодня сделать? Сегодня нужно довести работу до конца и посадить данные. Так, это не та. Тут что-то побольше надо. Так. У меня она слизана. Поэтому возьмем обычную плоскую отвертку, как это делали на море. И она нам не подходит. Мы ее тоже можем слезать. Поэтому все-таки попробуем этим же. Откручиваем. Откручиваем. Вот. Мы открутили. Все как бы нормально. Осталось только дело за малым. Возьмем чудо-штуку, фиксатор, фумгель. Одной капли будет достаточно. Так, аккуратненько в пазике. Лишнее протрем. Вот. И можно закручивать. Надолго зафиксировав и не потеряв наши болтики. С того времени, как я на море делал данную процедуру, ничего страшного не произошло, назад не выгнуло, поэтому можно уже фиксировать. Вот и все. Вот и весь ремонт. Все остальное здесь практически не обслужено. Нет, можно, конечно, наверное, CV-к разобрать, но смысл это делать, если все работает. Как часы. Очень легкий нож, очень удобный на карманах, особенно летом. Единственное, что замучился я, конечно, с выбором вот этой латуни. Поначалу я ее начищал, но теперь не вижу в этом никакого смысла. Так она, по-моему, даже прикольней, когда немного подокислилось. В общем, кто что думает, пишите в комментариях. Всем пока. До новых встреч.